Будьте готовы, что вас предадут. Но доверяйте и дальше, как раньше. Ведь вы знакомы со всеми вокруг. И продолжайте им верить без фальши. Скажем, вас предали. Но почему? Может быть, вы им сильно всем доверяли? Может, не ведали вы, что к чему, или надежды не те возлагали? Переоценивать глупо людей. Люди имеют характеры, цели. Недооценивать их не мудрее. Месть, зависть, может, их как-то задели. Истинно предано мало друзей. Время и дело – решающий фактор. Вот вас предали, скажите, окей. Вы ведь не в силах вернуть все обратно. Если вас предали ваши друзья, значит, друзьями они и не были. Уже когда предала вас семья, были родными, а стали чужими. Дайте им шанс. Осудить так легко. Сложно простить и понять их поступок. Хотя бы раз, чтобы у вас отлегло, с этой обидою жить просто глупо. А я не прошу верить всем и доверять. Многие слышали ту поговорку: коли не веришь, берись проверять. Но будь готов сам пройти ту проверку.